Мэха. Воу, меня перевернули. Оу. Круто. Митя не успеет один, скорее всего. Не, он будет убрать меня. Он подвинул тебя. Дважды причем. Сука, сами. Всем доброго времени суток, и мы вновь продолжаем наше похождение по Paydayу. В данном случае я решил пройти вместе с другом миссию Hotline Miami, которую вы все, скорее всего, очень хорошо знаете. Но дело даже не в этом. Мы решили ее, естественно, пройти на Вандауне, и вот что у нас получилось. На первый день у меня есть для вас несколько советов. Во-первых, взять отсрочку ментов и меньше русских. Также поставить аптечки, в идеале именно их. Патроны вам, как правило, не понадобятся. Ваша основная задача как можно быстрее расправиться с русскими. Сразу после бегите к канистрам и закладывайте их. Закладывать их в идеале, в зависимости от сложности, нужно либо на ближних машинах, либо на самых дальних четырех. На Вандауне у вас, скорее всего, не будет времени, поэтому закладывайте на ближних. Впрочем, как хотите. Сразу после вам нужно будет отстрелить всех копов и русских. И тут же начинать закладку C4. Главное, не забудьте отрезать вот это место для копов, иначе отход может быть болезненным, или вы вообще не сможете отойти нормально. Все остальное делается точно так же, как и на обычной сложности. Так что, думаю, далее у вас не возникнет никаких проблем. Но это же лучше, чем ничего, правильно? Тебя на втором этаже зашел. Уже у тебя есть ключ? Нет, у меня есть кое-что лучше. Что же это? Это рисунок. То же самое. Да. Он у тебя на втором этаже, с моей стороны. Так, нашел. Пока не открывай, чтобы... Так, привычно. С этой стороны еще есть, где я только что был. Так забавляют, что дробаши и Рон 90 градусов стоят. Это забавно. Commissar's men don't look like the kind of guys that have fire insurance. Давай! Задохлик отнесет! Короче, как в тот раз, да? Какой там он? Look the history book, asshole. Дох нельзя заранее брать. Поехали, братаны. Бери взрывчатку, я убираю ментов. Какой косой. Весело, 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 весело. Супер. Надеюсь, по тебе не попали. Попали. Прости. Это плохо. Вот это вот, которое сказали. Нет, я залочил. Все, побежали отсюда. Нормально. Я свалил, а ты? Не хуже. А я еще и бабу с собой видел. Даунтаун. А сейчас это нижний город? Угу. О, здравствуйте. Ни хрена себе меня прошотили. Now.
черный лузер. Просто... Ну, такое, да. Спрятался в туалете. Лучшее, что можно придумать, да? Что-то понимать, не удача. А? Еще черный лазер в окно. Заметил. Стекло сбил. Так, ну, пока нормально. А чё ты вот так с крика не поднимаешь? Последнее исполнение как-то все это понерфили, ну, забагали конкретно. Сделали очень печально. То есть ты как бы пытаешься его поднять, а у тебя вместо этого знаешь что, короче, эмоция на это, типа, на вызов тебя говорит. Ты понял. Ну, на самом деле, не очень. О, флешка. Прямо в морду. Короче, вместо того, чтобы ты поднимать, ты просто кричишь, типа, эй, сюда, вон вызов, и все такое. Понял. Вместо того, чтобы поднимать. Так. Сбил. Убил. Ай-яй-яй. Так, нам снайперов надо как-то минуснуть. Вот. Ну, в идеале мне патронов подобрать. Буль. Где-то буль был, да. О, как я хорошо патрончик подобрал. Очень понравилось. О, я отлетел. Я, кстати, не достреливаю до снайперов, на самом деле. Скажи победить. Вик, куда ты прешься? Вик сдох. Бабки голда. Не-не-не, все нормально. Ну, он упасть-то упал, но сдох как не сдох. Ой, какие вы злые ребята. Я думаю поставить сумку все-таки, потому что нет, это случайно. А, вот почему Вик убегает. Пробуй за сумкой. Ой, это была плохая идея, это была плохая идея. Давай. Прикроешь? Давай, забрал. А. Давай. Ну я мертвый как бы, в принципе, уже. У меня локдаун. Пойду полечусь. Надеюсь, что полечусь. От снайпера того и того избавиться был бы прям шикос. Зачем? Ау, как? Не знаю, но лучше зайди в дом. О, я в доме. Ну я заметил, что такой Вик зашел. Хорош. Мне понравилось. Ну я завел, конечно, но не понравилось. Буллер.
хуй вот этот попер дома. Оп, убил. Хорош. Убийца попер. Да ладно. С каких пор они такими лучше меткими, кстати, стали? Лучше тебе, кстати, не уходить, в туалете там есть. Не, с каких пор они такими меткими стали, слышишь? Я не знаю, бывает так. Почти уже, я слышу. Так, мне надо тебе еще сумку поставить, да? А у меня их две, я их даже не ставил, лоб. Я и говорю то, что... Хорош. Это экономик. О, слушай, хорош спаун. Можно даже здесь, кстати, обороняться. Слушай, а может я реально здесь буду обороняться? Патроны. Тогда сверху не так много народу будет. Люп. Люп. Чувак. А, нет, патроны. Я зарядился полностью. Чувак. Я же сидел без патронов. Ау, ау. Я тебя третий раз спрашиваю, может, говорю, здесь мне обороняться? Потому что а тогда сверху народу не так много будет в итоге. Ну, дело твое, хочешь шесть. Можешь тут оставаться. Можешь там оставаться. Дело сугубо твое. Я тебе удобнее. Так, это минишка есть еще? Да, есть. А то у меня тут черный друг. Все, нет, сейчас на друга. Да нет, нет, ты нахрен. Лазер, как обычно. Ну, где так? Ладно, давай снизу тогда. Понятно. What the fuck? Здесь щит. Мы тебя не могу поднимать. Ага, все нормально. Ау. Мне понравилось. Все, спускаемся. В жопу это говно. Вообще жопа какая-то творится. Я, кстати, стал опять плохо слышно, кстати. Кстати. Не сломали эту фигню. Какую? Это очень пиздец. Ладно, видишь, что выбить. Да, он придет. А, кстати, в этом же есть что-то. Ну давай, патроны у тебя там вроде есть. Я этих убиваю. Джаунтаун, да. Воу! Вышел, называется. Глядеть, что сзади. Хорошо, мне прилетело на спине. Они отходят, все хорошо. О, смокера. Ну ты как мразь-то. Ага, не старай. Шквар. Так, пока я живой, поставлю-ка я тебе сюда и вторую сумку патронов. Нормально, я открыл три. Так, я убираю этого.
елки, где? Водка. Походу всего один ящик сейчас с нужной моей фигней падает теперь. Вон да, Оля. Весело. Ну а чё, тут и эту, считай, сверлить надо. Помку. Осталось теперь это отложить. Еще. Сюда гоним. Ну я надеюсь, что ты выживешь. А то уже не есть, тут это. Пацаны пошли. Пацаны пошли, да. Гори-гори, ясно, что оно погасло. Мрази сраные. Да ты шутишь, лол. Ты упал-то? Он тебя подымет или умрет тоже вместе с тобой? Вот это как сейчас было? Мне это понравилось. Короче, ну в жопу я буду прямо здесь отжаривать. Лука, правда, падает постоянно. Че ты не падаешь, ё-моё? Мрази, как мы поджарим. О, хорош. Не, ваншотнули. Я-то жив, но... Что почти мертв. Считай, что я почти мертв. Все, умер. Ладно, иду зачищать зону. Раньше умирать. Все, я упал. Меня щит в комнату занес. Воу! Ты говно ходячее. Маску сбил. Хорош. Оп, приехал. Давайте. Все будет. Кажется, они мне не помогут. Бегу. Окей, понял. Личные боты. Поднимай ботов, чё? Эх, прям передо мной, просто блямс в глаза. Хорош, мне понравилось. Не понравилось. Пошли нахрен, мази. Не знаю, попало это кому или нет, но надеюсь, что к этой штуке они не подойдут. О, у меня патрончики закончились. Ай, я умер. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. У меня ласт, да. Надо что-то делать. Эскейп у нас, да? Сколько здесь щитов хитить? Yeah, shield.
Лечусь и на эскейпе, да? Так, проходи наружу, здесь все чисто. Более или менее. Да ладно. Ну окей, давайте зачистим зону от вашего дерьма. Давай и бежим через жопу. Жопа. Жопу, жопу, жопу. Тут, знаешь, тоже весь. Вижу, вижу. Ау. Надо было патрошками запастись. Уже поздно. Я не попал. Сейчас попаду, чувствую. Да, все, я ушел. Делаться. О, спасибо за буст. Хорош! Минус 2 такие просто от снайпера подхватили. Мне понравилось. Это было весело. Ладно, следующий день. Ты видел, да, как мы ушли сейчас? И два трупика валялись. Но главное, что эскейпнули, все остальное пофиг.